короче, вышел. Просто ее сейчас обучают, значит, я решил, скажем, найти систему. Рассказывать. Ее обучают машинному зрению. Ну, там камеры стоят, тут камеры стоят. Видишь, что? А, смешно. Она увидит и шалат. Сначала ее научат видеть то, что надо. Запишут в нейронную сеть. Проехали вот светофор. Специально вот этот светофор поставили, как-то у него с сигналами. Разные, с разными сигналами. Чтобы машина в процессе движения обнаружила, распознала, приняла какие-то действия. То есть эти камеры? Это условно обыкновенные камеры. Они нацелены, значит, программа нацелена на то, чтобы распознавать определенные виды сигналов. Ну, через компьютер, что им надо, в принципе. А у них можно там в вагоне посмотреть, как это все выглядит с экрана. Сейчас поедем, когда на второй был, когда Сергей там включится. Все будет видно. В электронном формате. Ее уже обучили распознавать человека. Границу платформы, да, она видит. Ну вот, я Белозеров катал. Да я знаю. Ай, блин. Маленький манер. А что, смешно произошло? Нет, все нормально. Все как бы задумано, так и произошло. Эксперимент же? Да. Вам еще рано знать об этом. Он показывает, она какие диагностику нажимаешь, какие неисправности есть. Это бдительность проверяет, если бы я. Архив здесь даже есть диагностики. Какие были неисправности, какие еще в активном фазе. Это вот кнопка, которую машина сейчас нажала. Это система СКБМ. Система контроля бдительности машиниста. То есть она не позволяет машинисту как задремать. Спать. Да. Она через определенное время, значит, издает звуковой сигнал. Если машинист не отреагировал, не нажал кнопку. Она через определенное. Вот они. Она видит этот браслет, и если что-то ей не нравится, она выводит сюда. Сигнал этот желтый. Если не нажмешь, она становится. Что же там все хорошо, только газ там быстро. Или с этой же просто покажешь, а можно еще положить. И как раз спидометр. И возле него. А еще он вот когда я случайно сорвал то. По снегу не катится, он только в тяге есть. Сейчас протопчет потом. Нормально поедет. Да нет, сейчас он идет снегом. Не протопчешь. Тут нет, мы не будем сейчас вот прям непрерывно там круги-круги. Сейчас. Пока они там эти сигналы растают, флажки и туда-сюда. А первый круг он едет 20 километров, а потом следующий круг он едет. Первый круг ознакомительный. Смотришь, что там на рельсы ничего не положили, еще что-то. Бдительность, короче, проявляется. Круг бдительности. А потом уже по этому пути, по второму, здесь 60 максимальной скорости.
есть там кусочек 80. По первому пути там 120. Там побыстрее. Все равно, наверное, этого кольца уже мало для испытаний чего-то современного. Ну, не хватает. По скоростям не хватает. Где-то под Питером вроде кто-то говорил, что что-то тоже должно такое быть. Да нет, там же опять же это все. Не будет, да? Линия, так скажем, не закольцованная. Там, скорее всего, в рамках действующего участка пути. Он, видишь, сейчас тормозит, он минус 6 показывает. Немножко спуск есть, кажется. Ну, она чуть-чуть зеленым, это уже видно, потому что это работает. ЭПП. В сеть не возвращает. Сначала тут в сеть возвращает, рекуперация. Наоборот, вот сейчас как раз зеленая, когда работает, это рекуперация. Когда желтая, уже ЭПТ срабатывает. Пневматика здесь нет, пневматика вот этим клапан, она отдельно. Здесь даже можно реверсом назад поставить. Вот ты едешь вперед, ставишь реверсор назад, тягу даешь, она все равно поедет вперед. Но он не переключится, пока не остановишься. Да. Контратока, то есть, здесь нет. Это она здесь, не знаю, на что реагирует, сигнал, когда вот так проезжаешь, реагирует, потому что там по белому едет, правильно. Что? Сколько в тонна получается вагон? Путь типа не 70. Определяет из-за своего. Путь не определяет из-за своего. Нет. Он, в принципе, этот путь не кодирован, по нему не идут сигналы. Поэтому белый меряет. Белый – это отсутствие кодирования пути, отсутствие сигнала. Помнишь, если полиция с тобой, позапрошлый, когда приезжала раз, наверное, в декабре, еще с Сашей, да. Конкретно? 400 тонн щебня было. Где? Помню, где-то так дальше. А, мы уже круг зим. Да. Туда, дальше. Пока всех ворон посчитаешь. А ты не помнишь, мы с Апсони на первом или на втором ездили? На первом. На втором чего испытывали, да. И мы первого мало. Первый-то точно кодировал. Первый кодировал. На втором пути только 136-я ласточка ездит. Больше на никого не пускаем. То есть если мы сейчас должны пересечь нос трехсотки и поедем 60 километров. Стрелки там проедем, когда 25. Вот, видишь, показывает вот эта желтая. Вот эта линия желтая показывает, сколько скорость будет там впереди.
в определенный момент. Вот сейчас 60 пока, вот красный, 60. А потом она сейчас вот к этой точке будет медленно спускаться, спускаться, спускаться. И будет 25. Стрелка по стрелкам. Это называется электронная карта. Данные забиты в электронную карту. Они зашивают ее. Да, 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 здесь тоже все показывает. Ну у тебя же симулятор, да, на компьютере? Да. Только там ласточки нет. Надо добавить. Да, в принципе, везде примерно одинаково. Это же блок, он везде стоит. Сейчас на современных. Клубы раньше стоят, сейчас блоки. Ну, серый, вот в тех поездах у тебя нет похожего? Или там надо его... Но интереснее, когда была лента с крестами. Там можно было... Здесь, да. Больше 60 здесь не поедешь. Никогда. Когда только путь сделаешь. 60. Есть ограничения по пути. Когда вот путейцы путь новый положат. Кстати, путь-то новый. А здесь радиус, из-за радиус, скорее всего. Ну, тут возвышение. Под грузовое сделал. Вот сзади они стоят, два путейца будущие. Ну вот я и говорю, сделают. На нуле где встаем? Я так понял, уедем. Не, им сейчас надо уже расставлять путь. Серега пока там схемы свои собирает. Ну это Серега, а Макс будет сейчас флажки втыкать. Что? Максимальная скорость 160? Ну конструктивная у этой машины, да. Антиспидометр почему-то не было. 300. Вот, а, да. Как, собственно? Ничего. В автомобиле скорость по спидометру 300. Это скорость? Угу. 200. Всегда стремиться к большему. Сколько может человек угодно загнать? Я на чмухе ездил 110 км в час. На чме 3 с горки. Не страшно? Thank you.
Сотку можно будет зайти походить, но ездить на нет.